Привет, друзья. 19 глава. Все та же самая книга Андрея Галкина «Загадай себе счастье». Экстрасенс. Что значит экстрасенс? Сенс – ощущать экстра чуть больше нормы. Получается, что тот, кто способен ощущать больше нормы, это и есть экстрасенс. Так вот, экстрасенсов в абсолютном смысле не существует. И в то же время каждый из нас экстрасенс. Не верите? Возьмите кого-то за руку, расслабьтесь и позвольте себе ощущать все эмоции другого человека. Вы за секунду получите этот букет. Try it, you will see. Ну, вообще, экстрасенс, я это давно уже воспринимаю не как человек-экстрасенс, как там существительное, да, а я уже давно его воспринимаю как именно сверхчувство, сверхсила, наверное, такое, чувствительность по-другому, не могу подобрать слово. То есть, например, у моей супруги есть, не предчувствие, а как она это называет, у женщин развита... Блин, слово забыл. Короче, когда она предчувствует какие-то ситуации, она это называет всегда. У меня есть предчувствие. И зачастую ее предчувствие всегда реализуется. Как бы я ни сопротивлялся, как бы я ни накидывал других каких-то оправданий или объяснений, или вариантов, что они существуют. Но зачастую она всегда бывает права в этом плане. Поэтому я со временем начал прислушиваться и брать ее мысли, ее вот ощущения за истину, да, за правду, а свои какие-то за второстепенные варианты развития событий. Поэтому я уверен, что каждый из нас обладает таким чувством, которое может быть развито до состояния экстра и пользоваться этим. У меня, например, есть такое чувство, как генерация идей. То есть я могу на любую проблему, на любую задачу нагенерировать вот прямо здесь и сейчас просто кучу идей. И среди них 100% будет та, которая выстрелит. Вот так вот. Так, ладно, следующая глава у нас будет завтра. С вами был Блаженов Юрий. Увидимся.